Джазовый парад традиционно открыл фестиваль. Возглавляли колонну маэстро Игорь Бутман и глава Сочи Анатолий Пахомов. К шествию присоединились и сочинцы, и гости курорта. Семья Минаковых приехала из Калужской области. Специально приехали в Сочи, чтобы посетить это мероприятие, потому что я танцую свинг-джаз. Мне очень это интересно и здорово. В этом году фестиваль сменил название. Как пояснил сам маэстро, акваджаз может проводиться в любом курортном городе. А вот Сочи джаз-фестиваль теперь навсегда связан именно с Сочи. Сочи джаз-фестиваль может быть только в Сочи. А многие фестивали, самые известные, самые, так сказать, долгожители среди фестивалей, это Ньюпорт джаз-фестиваль, Монтрёр джаз-фестиваль. Они имеют точную привязку к месту, где они проходят. И это после 7 лет нашего фестиваля, я долго думал, может быть, в прошлом году еще, но в этом году уже мы приняли такое решение, что мы слово «акваджаз» – замечательное слово, но решили сделать его более серьезным, более масштабным. Фестиваль Игоря Бутмана – это не только выступления всемирно известных музыкантов, но и мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшены. Состоится и громкая премьера. Президент фестиваля презентует свою новую программу «Бутман in Rock». Прозвучат произведения мировых рок-хитов групп «The Doors», «Deep Purple», «Карлоса Сантаны» и других. А 5 августа впервые будет исполнен джаз на органе. Новое название, эксклюзивная программа. И все это для сочинской публики. Это все говорит о том, что очень большая заинтересованность, и есть и наша заслуга в этом, потому что мы, сочинцы, полностью все делаем для того, чтобы показать, как мы рады этому фестивалю, как мы рады Игорю Михайловичу Бутману. И наша публика, она действительно вот такая добрая. Завершится Сочи джаз-фестиваль 6 августа гала-концертом. На сцене фестивального выступят фанк-команда вокалистки и басистки Ник Уэст и американская джазовая певица, двукратная обладательница премии Грэмми. Пати Остин представит с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром программу, посвященную столетию со дня рождения Эллы Фицджеральд. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.